Приветище, это Нек, глава 7, часть 1, называется она «Лучшая защита». Дело в том, что на нас напали орки. Новые орки в броне, вот с такими крутыми бумерангами. И сейчас мы будем защищать свою базу от них. Ох уж эти негодяи. Ну, вообще, они напали на город, ну и заодно напали на нашу базу, как бы вот так вот. Мы сейчас находимся в лаборатории доктора. Нашего доктора, не доктора Виктора этого, а уже в своей. Чтобы разработать план, мы сюда вернулись и увидели вот такую вот чудесную штуку, как орды орков просто прилетели и захватили город. Ну и, конечно же, еще хотят захватить нашу лабораторию. Так, сейчас я их раскидаю побыстренько. А, тайники надо не забывать. Тайнички. Не успел. Сейчас, минутку, а давай назад вернемся. Там вроде как можно было в дом зайти. Здесь ничего нету. Можно было в том... Потому что в прошлых сериях, когда я снимал, мне писали, чтобы я частенько возвращался назад после катсцены. А, закрыли. Не получится, увы. Короче, периодически надо возвращаться назад после катсцен, потому что там есть какие-то тайники. Я частенько такое замечал, но что-то в этот раз забыл. Ладно, поскольку двери там закрылись, проход нам заблокировали, мы бежим вперед. Давайте, взрывайтесь, мины. Отлично. Главное зыркать по сторонам. Взлетно-посадочная полоса. Где-то самолеты тут должны быть, но что-то я их не вижу. Мимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Он все равно, несмотря на то, что я ушатал орка, маленького орка, бумеранг вернулся в меня и немножечко покоцал. Ребятки, смотрите, что есть. Нет. Ова! Что-то маловато. Смотри, какой мелкий. Но, слава богу, реликты ко мне вернулись, и я снова большой. Сейчас разломаю коробки, возможно, у них есть реликты. А вот там вот за этими коробками есть тайник. Вот за этими, я больше чем уверен. Да, там проход, смотри. Пойдем сходим, посмотрим, что там. О, сундучок. Классно. Берем. Что это такое? Показывайте уже. Деталь янтарной батареи. Это вторая часть из трех. Отлично. Кстати, в комментариях мне написали, что здесь 11 глав. И я такой, опа, нифига себе, и припух. И офигел. 11 глав, это еще играть и играть, и это круто. Это говорит о том, что я смогу собрать несколько деталей, несколько технологий и использовать их. Ну и, соответственно, продлить удовольствие. Все, коробки все разбил вроде бы как. Ничего тут интересного не было. Вот сюда можно спуститься, да? Но, блин, не дали право зайти. Ух, нифига себе. Обернись! А, нормально, его минами. Ну, как бы так не круто. Мне даже зайти не дали. Ой, ёшеньки, он такой здоровый. Что он будет делать? Тут можно зайти? Нет. Здорово, ребят, там ваш братюня что-то разошелся. Он такой дерзкий. Вот тут вот можно, кажется, пройти. О, снова сундук. Да сегодня фарт какой-то на сундучке. Оу. Аметис? А, нет, рубиновый реликт. Второй из 15. Ну, ничего. Я уже, кстати, подрос. Смотри, я уже такой крупненький стал. На массе. Это здорово. Вон он бежит. Что будешь делать? Ага, вон что. Оба, давай коробочки. Перепрыгиваем и бежим наяривать этих вот маленьких. Нафигаривать даже, я бы сказал. Этих маленьких орков. Так, назад никуда. Только вперед, ломай стенки. Беги. А он за нами. Вниз тут не спрыгнуть, нежелательно. Давай же, Нек. Жалко, он в колобка не может превратиться и просто скатываться. Как в булыжник по этим горкам. Не успеешь. Просто вмял его в этот камень. Ого, ого, какой-то быстрый. Лошара. Лошара. И сейчас такая рука его достает, хватает меня и вниз вместе с ним. Но нет. Такое, конечно, бывает в некоторых играх, но не здесь. Отлично. Хорошо зашел. Ну че, ребятки, я вам тоже сейчас могу. А, нет, здесь я не успею. Здесь я не успею. Эх, того не добил. Убегаем. Интересно, далеко бумеранг полетел?
Здесь вроде ничего сломать нельзя. А вот тут за стеночкой есть что? А. Ничегосеньки там нету. Поднимаемся наверх. А, подожди, так я же отсюда начинал. Да, точно. Точно, я отсюда начинал, вот они эти решетки. Ну, я поднялся. Мне сейчас нужно защитить пацана, исследователя и доктора. Ну что, вы тут что-нибудь надумали? Отлично, Нек! Посмотри! Прибор похож на реликт, правда? Так. Хватит ли этого? Надеюсь. Остается раскидать их по городу. Лукас, останься и собери еще. Они нам пригодятся. Лукас такой, ну вот, как обычно. Какая-то фигня мне досталась. Кстати, прикинь, они за столом сидели, на них робот напал, хотел их пилами распилить. Ну, благо, я их как бы защитил, а так они все равно продолжили сидеть за этим столом. Мы за тобой. Ну, приколист, конечно. Они верили в меня, что я справлюсь. Что ж, они были правы в своей вере. Я их не подведу. Готов. Оп. Мне бы вон тот вот это вот забрать. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-шеньки. Что-то я не подрасчитал немножко момент этот. Контейнеры жалко, залезть не получится. Тут вроде ничего интересного нет. Вот тут можно стенку разбить? Нет. Я уже и знатненько так и отъелся. О, смотри, какие орки. Нифига себе. Вы чё? Откуда такие? Где вы такие топоры достали? Не, ребятки, я вот так вот сделаю. Нормально мне досталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще знатно досталось мне. Не успел пульнуть. Чёртовы топорщики. Ай-яй-яй-яй-яй. У них такие топоры мощные. Я прямо опупел. Поезд. Поездатый поезд. Это флот Кандахара. Зачем поручать кому-то грабежи, когда можно заняться этим лично? Да таких роботов у них дофига. Райдер, как думаешь, они сюда надолго прибыли? По-моему, обычный рейд. Соберут реликты и янтарь и отправятся во свояси. Мы с Доком раскидаем датчики. Хоть один да заберут. Нек, твоя задача — защитить мой город. Хорошо. Ну чё по... глава 7, часть 2, вторжение гоблинов. У них, смотри, какие автоматы появились. Ладно, пойдем. Я и... А, это даже не автоматы, это пушка, желейная пушка. Фу. Ты вареньем стреляешь или это все-таки реально желе? Там топор. Мы оказались в городе, надо бы как можно меньше нанести урона. Ты заметил, что он сломал фонарь и с него упали два янтаря? Офигеть, реально с них янтари выпадают. Надо ломать. Я как бы не хотел урон наносить большой городу, но придется ломать фонари, потому что там есть янтарь. Не, вот эти вот чуваки с автоматами, эти гоблины, они, конечно, никчемные вообще. Какой-то фигней поливает, толку от этого нет. Ну-ка, ящик сломал почтовый. Это я заберу. Там полицейские, смотри, там люди. Ладно, не буду их пугать. Спрыгиваем вниз. Интересно, какого типа тайники здесь будут, чтобы их не пропустить? В каждой локации тайники какие-то свои. Жалко, тачку не могу взять в руки и просто кинуть. А там же здоровый робот. А, нет. Нездоровый. Это обычный гоблин. Как-то мне сейчас очень повезло. Он чуть с прыжка мне мощным ударом не зарядил прямо в голову. Не знаю, что произошло. Видимо, я сумел парировать его атаку. Я больше. О, у него сумарь с реликтами. Ё-моё, в меня попали желейкой. Хуба-буба, твою ж налево. Ненавижу хуба-бубу. Так. Сейчас я назад схожу. Да-да-да. Обязательно назад надо сходить. В ящиках ничего. Тайники, где же вы?
Ломиться в каждый дом, в каждую дверь? Нет, извольте. Так не прокатит. О, здорово, парни. Вы меня ждали, да? Потом совсем скучно тут. Бах. Вот, но успел. Опять он в прыжке хотел мне нанести крутой удар, но не сумел. Не получилось у него. Упрыгиваем. Знатненько от хаоса. Блин, я тайники-то не пропускаю, вообще ни одного не встретил. Ты заметил, что тут ни одного тайника не было? Я вот заметил. Либо я его пропустил. Сейчас, может быть, вот здесь вот будет. Здорово, парни! Скачали по мне? Бах! И все, раскидал одним мизинчиком. А что ты там делаешь? А, он людей пугает. Сейчас я тебя напугаю. Вот и все. Нифига себе! Чисто случайно стенку расфигурил. А ты заметил, какая она была? А это что за труба какая-то? Деталь преобразователя. При низком показателе здоровья реликты можно добывать из янтаря. Все понятно. Еще две детали. Отлично. Я просто не заметил, как эта стенка была. Она в трещинах, может, была. Не обратил внимания. Таксофон давай сломаем. Ничего. Вот сюда надо запрыгнуть. Так. Стенки домов. Надо обращать внимание на них. Стенки домов. Вот тут можно сломать? Нет, тут нельзя. Сейчас я, короче, отхаваюсь, и у нас будет файт с роботами. Ай-яй-яй. Ай-ай, ну что ж такое-то? В желе повяз. Увяз. Блин, мне нравится эта локация. В городе так круто, это тебе не джунгли. Вот он, этот робот. Сейчас будет файт. Оу, с одной пухи мне просто. Нормально он меня размотал. Ну, хорошо, что у меня куча янтаря, я сейчас ультану, да и все, и пошел он в пекло. Пошел в дырявое пекло. Только, ну почему ты все время на желейку откидываешься после удара в прыжке? Ну че, дерзкий брозер. Вот так вот. А еще могу вот так вот сделать. Понял, кто здесь главный? Так, собираем все, что тут есть. Абсолютно все, стенки проверяем. Здесь можно, здесь нельзя. Тайники? Нет тайников. Я говорил, я тихонечко, я не буду рушить город. Уже там что-то поломал приличненько. Реликты, конечно же. Ну давай, скидывай эту штуку. Опа! Черт, потери! Хубабубские проблемы какие-то. О, снова этот бугай. На тебе, вихря. Все, сдох. Вот теперь точно сдох. Отлично. Дайте реликтов. Вы видели, как я его ушатал? Человечек. Я теперь ваш герой. Славьте меня. Вот. Вот стенка с тайником. Ну, такой себе тайник, но тоже пойдет. Здоровье подправил. Подхилился. Как в санатории. Я услышал какой-то механизм, как будто что-то открылось. Ты слышал? Как будто что-то где-то открылось. Снизу или где-то сбоку. Не понимаю. А, вот, тут робот есть. Давай. Да ты крут. Ой, как ты размахиваешься-то своими кулаками. Ты видал? Какой-то он лошак. Лошак, да. Новое слово выдумал. Лошок он, короче. Потому что буквально три удара, и он сложился. Этот робот с гоблином на пару. Я тут бегаю, потому что ищу тайники. Так что не думай, что я просто затупил. Вот, вот это забираем. Лампа. У меня же теперь одна ульта осталась. Нам нужен янтарь. Лампочки. Там танк вижу. Танк с нашим исследователем. Забыл, как его зовут. А, да там еще и доктор стоит. Сейчас я к ним подходить не буду, подожди, я тут все проверю, а то катсцены задолбали меня. Останавливать, не дают мне доделать все, что я хочу, и перебивают. Райдер, нужен совет. Ты бы установил на танк хвостовой стабилизатор. Нет. Так что же здесь происходит? Ты когда-нибудь видел что-то подобное? Старая машина Шарлотты? Конечно. Кто-то вытащил из архивов старые чертежи Шарлотты и применил их для войны. Ответ на эту загадку знает Гандахар. Пора двигаться.
Ну, конечно, если это делают гоблины, а не его подружка. Ну, не подружка доктора. То я тебе хочу сказать, что гоблины знатно так из чертежей машины смогли переделать в танк все это. Это с какими мозгами надо быть, чтобы чертеж машины переделать в танк? Ну, как бы, молодцы, молодцы, ничего не скажешь. Но я думаю, что все-таки подружка доктора жива, и это она делает танки. Под напрягом гоблинов они ее заставляют. Янтарчик. Ну чё? Да ты их метать умеешь. Да ты опасный. Мимо. А я сзади. Ничего не успел сделать даже мне. Полицейскую машину я не могу. Вот стенка, можно пробить. Я думал, сундук. Интересно, мы в этой серии сможем собрать какой-нибудь механизм? Или нет? Я прям в предвкушении. Здорово, пацаны! Соскучились? Конечно, соскучились. Стоят тут целыми днями. Ох, не успел вернуться. Нормальненько мне так прилетело. Ну ничего, сейчас до тебя доберусь. Ты не переживай. Блин, на башку. На башку мне упал этот кусман, который он хотел в меня кинуть. Ну ничего, дайте мне, пожалуйста, где-нибудь реликтов подсосать, а то как-то... О, отлично. А то со здоровьем какие-то сложности. Крушить, все крушить, ломать, бля моя. Не успел ты прыгнуть на меня. Как мне нравится то, что я одной рукой их разматываю, а они так об стенку бьются. Отлетают в стенки, точнее. Это реально как у Халка в фильме выглядит. О, да вас тут теперь двое. А, понятно. Понятно все. Опачки, в желейку попал. Ладно, вы не переживайте, мужики. Ах, попал. Смотри, здоровье сколько у меня. Здоровье, смотри, сколько у меня. Пол пальчика. Даже меньше. Но я выжил. Сейчас буду ульту применять, потому что меня могут тут уничтожить очень просто. Если в меня кто-нибудь стрельнет. Или что-нибудь кинут. Так. О, отлично, реликты. То, что нужно. Реликты. Парень, смотрите, что у меня есть. Вихарь. Готов один. Сейчас я до тебя доберусь. А, какой хитрец. Подых ему. Танечки. Вроде бы ничего такого нету. Хорошо, что дома очень крепкие. Стоят и стоят. На поле боя это нашем. Ну, я отжрался, конечно, знатно. Сейчас будет прыжок веры, походу. Размял косточки, которых у меня нет. Похвальное рвение. Но это и весь урон, который ты можешь нанести тоннам железа и камня. Я хочу, чтобы в следующий раз Нек не выжил. Значит, тебе нужна поддержка ребят из отдела исследований. Пойдем-ка, я хочу кое-что тебе показать. Он оказался не просто сильнее меня, он более искусен в бою. Крупный калибр решит и эту проблему. А ты умеешь интриговать. Только бы суметь проникнуть через эту дверь. А для этой задачи я нашла помощников. Пойдем, расскажу. Я не знаю, что он с ней сделает, что она хочет надрать жопу Неку. Глава 7, часть 3. На живца. Может, он в нее вкачает тонну халковых инъекций, и она превратится в Халка или в какого-то демона, который закошмарить меня захочет. Эй! Я их, кстати, могу теперь просто... Я такой здоровый, что могу просто их сбивать. Бежать и сбивать. Подожди, я там не профукал никаких тайничков. Хотя, нет, вроде я тут все посмотрел. Сейчас еще разочек. Здорово, пацаны. Вызывайте подкрепление. Хотя нет, не вызывайте, я сам справлюсь. Я есть подкрепление. Бегу. Ну что, пацаны, давайте в кегли сыграем. Вы кегли. Я шар боулинга. Нет, не успел. Прыжок. Тоже не успел. По-моему, хорошая, отличная игра. Мне нравится, когда я сбиваю орков.
Здесь тайников вроде нет, по стенкам побьем. Бежим. Ультануть, что ли? Да нет, не буду я ультить. А хотя, давай попробуем. Вот эту вот ульту. Уху, yeah. Красиво вышло. Эта пещерка там не пройти. Тут вроде бы без тайников. Вижу танк внизу стоит. Что, спрыгивать что ли? К танку? Может, я перепрыгну? Не, да там перепрыгнуть можно было. Но, Нек, ну что ты наделал? Ну что это такое? О, я ненавижу вот такие... О, какой-то новый танк. Какая-то новая разновидность. Готов. Сейчас я проверю, тут нет ли тайников. Не, это не тайник точно. Ладно, давай возьмем его. А, Халк, крушить. Нет, неправильно. Нек, крушить. Хотя Нек довольно разумный сейчас, поэтому... Пацаны, не могу запрыгнуть к вам. Я слишком... О, запрыгнул. Бах! Отлично. Как дом выжил после метания в него танка, я, конечно, не знаю. Я говорю, тут здания какие-то очень крепкие. Внизу... Пойдем еще сломаем... А, тут не спрыгнуть? Ну и ладно. Хотел таксофон сломать. Ну чё, кто выйдет против меня? Великого Нека, огромного, мощного. Вон танк вижу. Танк танковский, вижу я тебя. Ай-яй-яй, прям в желе. Прям в желе. Ух, как он меня нормально так изрядненько надавал мне по жопе. А там видел? Там, кстати, стоял доктор и исследователь наш. Они даже не вкурили, что произошло. Да что ж такое-то? Опять желе какое-то едкое. Токсично. В него лучше не наступать. Под него лучше не попадать. Поэтому все будет сейчас на изи. Сейчас, наконец-то, это таксофон. Меня специально... Я специально сдох, на самом деле, чтобы таксофон сломать. Черт, я не могу его сломать, потому что руки заняты. Это как-то нечестно. Это нечестно. Вырубили. Ладно, я все равно сейчас спущусь и возьму этот таксофон, блин. Я его сломаю. Да! Он ничего не дает, просто хотел его сломать. И сейчас ультану еще. За ульчу. На танк, наверное, ультану. Да. Я думаю, что... Не знаю, справится ульта или нет. Что-то как-то не очень она справилась, конечно. Прям на танк забрался. Но все равно это желе меня достает. Так, здесь вроде бы все. Берем танк и пошли. Здорово, ребят. Че, как жизнь? Ну давайте. А где танк? Поднимайте. Да! Взяли наживку. Теперь мы проследим за ними. Слушай, ну они четкий GPS-трекер придумали. Из реликта сделать. Он выглядит очень круто. Джентльмены, положитесь на меня. Мы рассчитываем на тебя, здоровяк. Конечно. На кого ж вам еще рассчитывать? Я не подведу тебя, Создатель. О, у него, смотри, рюкзак с реликтами. Упрыгиваем. Рюкзачок. Ух, сколько тут реликтов-то было. Подхожу поближе. Поворачиваюсь. Захожу сзади. И пробиваю ему тыл. По-моему, все просто. Че, еще кто-то выбежал, да? Кажется, да. Двое чунгачкуков. Блин. Эх, если бы я не промахнулся, то все было бы прекрасно. Нам, походу, туда надо идти. Ну, сейчас я янтарчик пособираю. Вот тут его, конечно, не так много с фонарей, но, тем не менее, он собирается. Можно что-то покрушить, что бы и не покрушить, если дают такую возможность. Где орк? Который будет как Рэмбо стрелять с двух рук. У которого будет в двух руках стволы такие мощные.
Ай-яй-яй-яй. Но не падай ты в этот желе. Я тебя прошу, Нек. Бах! Пробили черепушку. А здесь не было тайников, ты не заметил? А то я увлекся немножечко тут файтингом. Не, вроде ничего такого тут нету. Ладно, побежали разматывать танк. Танк, танкище, ты мой дружище. Размотаю ствол твой, намотаю на других орков. О-хо-хо-хо! Целый дом пробил. Чисто... Как это вышло? Как это вышло, скажите мне? Почему у меня пол... Я опять дом. Ой-ё. Как? Я дом сломал. Божечки, все, правительство теперь меня не любит. Скажет, вот, ты город разрушил, ты такой плохой. Зачем ты нам нужен? Ладно, ребятишки. Ребятишки. Вот так. Оу, какой снаряд-то мощный. Мимо. Так, у него щит. Разломали. Быстрее, быстрее, быстрее. Черт, не успел. Не успел, не успел. Мимо. Уходим. О, да. Еле вырулил. Так, вот тут я вижу, что что-то есть. Сюда можно пробежать. По сюжету, видимо. Сейчас я тут все посмотрю. Может, тут еще что сломать можно. А то тайников давно не было. Как-то скучно. Вот дом еще вижу, смотри. Тоже разломанный такой. Че, тайник? Че там, покажите, я не вижу, что там. А, реликты. Ну ладно. Ладно. Пока как-то скучновато. Без тайников. Надирать-то жопу всегда весело. А вот когда тайники находишь, это вдвойне веселее, вдвойне приятно. Блин, мины так и не взрываются, как я хочу. Я подорвал. Чего вы не стреляете-то? Я тоже к вам впритык подошел. Эпсь. Шмепсь, эпсь. Так, не туда, по всей видимости, да? Да, не туда. Ладно. Гоблины, я пришел. Пошел вон. Замахнулся он на меня. На меня никто не замахивается. Это я замахиваюсь. Вот и все. Только меня так хорошенечко поранили. Это нечестно. Фонари. Собираем фонари. Вас так много, а я один. И я расстраиваюсь, когда меня кто-то ранит. Наконец-то тайник. Да, тайник? А, фиговый такой себе тайник. Ну, зато здоровье поправил. Кто-нибудь подойдет сюда? Хочешь подорваться на мине? Походу, никто не хочет подрываться. Ладно, я тогда сделаю вот так. А то вы ж сукуны. Точнее, сыкуны. Сукуны, кто такие? Я не знаю таких. Знаю сыконов только. Вот. Два танка. Офигеть. Офигеть. Два танка. А-за-за-за-за. Какой ты коварный танк. Просто. Просто в упор, как из дробаша. Не успел просто мальца. Ладно, парниш. А еще обидно то, что я ульту израсходовал. Напрасно. Черт. Опять в эту слизь бахнулся. Ну давай уже, где там твоя мощная пила? Готово. Раскидал этих бравых бойцов. Да что? Почему? Я не прыг... Это какая-то нелепость, если честно. Я не понимаю, что со мной сейчас произошло. Можно было легко увернуться, но что-то как-то... Я тупанул. Тут нет оправдания. Затупил, да. По-другому не скажешь. Ой-ой-ой-ой. Короче, я понял, как это желе работает только сейчас. Я думаю, что ты уже давно это понял, а до меня только сейчас дошло. Потому что я занят важными делами, уничтожая этих гоблинов.
Оно, короче, высасывает из меня. Высасывает из меня. Да что ж ты будешь делать-то, а? Реликты оно, короче, из меня высасывает. Это фигня. Так, сейчас я, короче, ультану на танках. Надеюсь, у меня получится. Он стрелял в одну сторону, а снаряд летел прям как самонаводящийся. Слушай, это нечестно. Вот и все. Готов. Сломался танк. Вижу тут тайничок. Парень, простите, что я ломаю ваши дома. Я надеюсь, что тут что-то дельное. Здорово, ребят. Блин, нифига тут дельного нет. А что ты сюда-то не можешь запрыгнуть? Тут же вон. А, вот так вот надо было сделать. Ясно. Прикольно, что там люди на террасе были и такие и свалили. Вон там тоже, смотри, на балкончике люди. Такие, красавчик. Мы верим в тебя. Решетки поднимаются. Откуда эти решетки? Это что? Система защиты города такая? Какая-то нелепая. Сейчас экранчик включится. Да, точно. Локи, привет. Я давно хотел с тобой встретиться. Тебя зовут Гандахар? Да. Я с нетерпением ждал встречи, Нек. Ты не человек. Так почему ты с ними? Ты тоже не человек. Ну, я и не гоблин. Но я вижу, тебе нравится крушить все вокруг. Такой работы у меня достаточно. Присоединяйся. Я расту. И все ломаю. Так получается. Но твои дела... Это зло. Присоединиться? Никогда! Это было как бы, Нек, ну... Не очень с твоей стороны разбить городское имущество машиной. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Полезли. Карабкаемся наверх. Давай же, залази на что-то. Или нам в бочину надо. А, точно в бок. Ай, огонь больно бьет по мне. Все, я понял. Я понял. Да что ж такое-то? Че? Какого? Да пошли вы все, знаете куда, с вашим огоньком. Гоблины сраные. Подставу какую-то мне намутили. Вроде бы там ничего не горело, а хоп, и там по-любому орки сидят и в окошечко постреливают своими огнеметами. А, через низ пролезу. Опа. Вот тут вот сейчас, смотри, вон, видишь, загорелось. Странно, как огонь может мне вообще препятствовать? Я же каменный, ё-моё, из реликтов. Он мне ничего не должен делать, этот огонь. О, сколько там веселья. Сейчас будет дискач. Блин, опять жалейку эту. Ай-яй-яй. Так пойдет. Готово. Ультанул, конечно, немножечко, но ничего. А, этот танк мы сейчас размотаем. Что-то он не размотался как-то. Да ты возьми вот эту штуку. Че, блин, ты, Нек. Ну ты лоханулся знатно. Вообще танк не пнул или все бы было бы у нас в ажуре. Видимо, Нек хотел в рукопашечку разобраться. Вот эти янтарчики мне нужны. Тут вроде бы все собрал, да? Тут ничего нет, никакого тайника. Вроде ничего не заметил. Ладно, пошли дальше. Подхилиться бы не помешало. Гандагар, я догоню тебя. Глава 7, часть 4. Нек наносит ответный удар. Я, по-моему, все главы наношу ответные удары. Сколько играю уже. Всем делаю люля-кебаб. Перепрыгнуть, что ли? Здравствуйте, люди. Блин, люблю, когда вот так вот камера показывает тебя со стороны людей. Ой, робот.
топором. Я могу, кажется, ракету поймать. Слышишь, чё? Чё? Нифига себе. Ракету. Я могу ее поймать. Подожди, я хочу поймать ракету. Пошел вон. Не мешай мне ракету ловить. Давай. Нет. Походу, я не могу ее поймать. Ну. Ой, электрошок у меня... Ну, я просто видел, что можно нажать квадрат для чего-то. Для чего нажать квадрат? Как будто бы реально поймать снаряд можно было. Если было бы это так, то это очень круто. Он в тебя стреляет, это такой, хопа, поймал снаряд, крутанулся и как швырнул в него в обраточку. Может, тут что-то есть? Да не. Нельзя его поймать. Я думаю, что нельзя. Хотя, дай чич-колотить. Ну что ты такой нелепый-то, когда большой, неуклюжий, Нек? Я, конечно, понимаю, что я тобой управляю, иногда тоже потупливаю, но из-за камеры я не все вижу. Поэтому, как бы, тут камера немножечко все портит. Я сейчас напрямую сразу, нет. Вот, видал? Видал, что это было? Вот я опять квадрат мог нажать. Для чего? Для чего я мог квадрат нажать? Для чего квадрат нажать, подскажите мне. Вот, тачку взять. Ха, теперь-то я понял, для чего этот квадрат нафиг надо было нажать. Здесь вроде ничего не ломается, ничего не рушится. Ладно, пошли дальше. Вместе с танком на своем горбу. О, кажется, к нам кто-то прилетел. Бабах! Удачно я танк, конечно, взял с собой. Давай, сейчас еще машины в него закинем. Отлично. Готов! А, я еще другую машинку взял. Вот почему раньше я не мог хватать машины? Потому что был мелкий, да, недостаточно крупный. А сейчас я большой. Даже несмотря на то, что у меня здоровья маловато. Обычно, когда у меня мало здоровья, я должен быть мелким. Потому что я теряю огромное количество реликтов. О, можно сюда зайти. Что тут у нас? Еще реликтики. А это я иду, наверное, да? Смотри, какие у них глаза. Бам! Ох, как вы разлетаетесь-то. Обожаю вот это. Ну что тут у нас? Есть что-нибудь еще? Ценненькое? Нет, вроде ничего. Ну, пойдем тогда. Вот эту штуку сломаем. Вот эту заберем. Подорвем все мины. Есть кто тут живой? Да, есть, смотри-ка. Не успели вы в меня попасть. А вот теперь как-то в прыжке он меня умудрился уничтожить. Ладно, побежали. Сейчас-то я на фулл хп их выстегну там. Да идти колотить, бесит меня вот это вот. Когда они взорвались, но тебя все равно что-то там да уронит. Дамаг наносит тебе. Есть. Берем танк с собой. Пригодится. Тайников вроде не вижу, хотя вот тут вот может быть и можно было бы пройти, но я сомневаюсь. Танк не хочу тратить. А, пошли. Есть что? Эх, придется все-таки танк кинуть. Ладно. Перепрыгиваем. Как здесь темно. Колонны можно поломать? Не, нельзя. А было бы эпично, если бы мост обрушился. Не заметил мину. Но пронесло вроде. А у нас есть карта города? Куда мы вообще бежим? Я вроде как не ориентируюсь здесь. Привет, поселяне. Не бойтесь, я за вас. Я, правда, полгорода тут разнес случайно. Ну, так вышло. Это все Гандагар, если что. Оп, оп, смотри, как могу прыгать. Самолетики прилетели. Ох, хо, хо, хо,
Ох-ох-ох-ох. Ох! А как? Что? А, танк, наверное, меня снарядом подбил. Ладно, сейчас я ультану. Ульта уже накопилась, давно ее не юзал. Поэтому как самолет только прилетит, я шандарахну. Готов. Самолетик прилетел. Но до самолетика не достали. До самолетика не достали. А в прыжке можно? О, вот так вот можно его было шандарахнуть. Пом-пом-пом. Черт, черт! Прыжок. Готов. Правда, я в лужу попал. Не очень хорошую. Но все обошлось. Здоровье, конечно, тоже не ахти. Ну ладно, танк возьмем и пойдем. Да, он не хотел браться, он просто скатывался. Как будто, знаешь, я взял машинку в руки и начал ее катать. Так, огромный янтарь. Здорово. Восстановились. Ох, какой я крупный, ты посмотри. Мышц сколько. А там, ой, я, по-моему, вовремя оттуда сбежал. Он же сейчас будет в меня стрелять, да? Ты будешь в меня стрелять, нет? Я янтарь там забыл взять. Крупный. Куда это ты улетаешь? Я тебя сейчас схвачу просто, да и все. Хватай за ствол. Опять выпучили глаза все. Отсылочка к Кинг-Конгу. Ой, да я вас вот так вот могу теперь вышибать. Даже мне бить вас не надо. Боулинг! Оп, и все. Машинка. Ну, машинка чуть-чуть не долетела. Вот, отлично. В замике был кто? Взял, разрушил его. Танки! Крушить. Ломать. Эй, будешь. Вот это отличная карта для месива. Просто разносить в хламе все, что орки придумали. Нате вам там. Ой-ой-ой, какой ты дерзкий. Нокаутом уделал самолет саперкота. Выезжает танк с мощным стволом и с мощной защитой. Но у меня есть вот что. Чисто случайно получилось. Я не хотел его бросать в стенку, но ладно. Как вышло, так вышло. У меня есть еще ульта, есть машинка. Я ее, пожалуй, возьму к себе домой, поиграюсь. Черт, нет, надо янтарь взять, подождите-ка. Надо янтарь взять. Вот. Берем тачку, поехали. Почему я не могу две тачки взять? У меня же два плеча свободных. Ну ладно. Отсюда больше никто не выезжает, там вроде бы я и не пролезу. Уменьшиться я сейчас не могу, поэтому нам сюда только. Здорово, парни. Надо было машину кинуть в самолет. Нифига себе, он снаряд такой нормальный зарядил в меня. Надо было ультануть, ребятки. Сейчас, подождите. Подождите. Нет, ультануть? Нет. А, у него ракеты, у него не просто снаряды. Ясно. Готов. Баба! Ой, как он здорово об стеночку улетел. Еще один удар остался этому танку. Готов. Здравствуй, здравствуй. Еще один танк. А где мой танк, который я... Ах, черт. Черт. О, он два раза подряд пульнул. Это что-то новенькое. Обычно один раз стреляет и потом в щит прячется. Ты какой-то нестандартный танк. Где-то тут янтарь видел. Пойду его возьму. О, а там домик можно сломать. Сейчас сломаем. Что тут есть? Есть что тут? Столько всего сломал. Три дома снес ради того, чтобы до реликтов добраться. Негоже это как-то. О, плафончик маленький сломал у здания. С янтарем.
Ну все, тут вроде бы больше ничего нету. Пойдем туда, откуда танки выезжали. Откуда они выезжали? Отсюда. Ну, есть тут кто? Тишь да гладь, как говорится. Наверх, на крыше сейчас будет файтинг какой-то мощный. Пойдем. Надеюсь, здесь ничего поджигать не будут. Давай, прыгай. Прыгай, как Хинг-Конг. Хинг-Конг. А, опять он поджигает, видишь? Эх. Главное, попку не подпалить здесь. Черт! Рукой! Видал, сколько у меня здоровья отняли? Рукой, чисто случайно. Спокойно. Западня. Я просто сейчас сдохну, если... Если еще раз в меня попадет огонь. Я очень боюсь огонь. Хотя деревяшки поджигаю на себе, так ничего, так нормаленько. Давай, прыгай, скорее, скорее. Ну запрыгни ты уже. Ох, какой там мощный робот стоит. Ой, 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 ой. Стойте, подождите, я забыл перепрыгнуть. Так. На тебе, куда ты полетел? Подожди. Сейчас подхилимся, ребята. Да, там такой какой-то интересный робот. Крутой. Это там Гандагар, что ли? Ой, досталось мне. Дайте мне, пожалуйста, фулл хп. Отсюда, значит, да? Это все из-за сраного огня. Это все огонь виноват. То, что я сюда добрался с меньше половины хп вначале. Да, успел. Еще реликты. Еще реликты. Да ну что ты будешь делать? Ну как так нелепо можно было вот. Ты что творишь, Нек? Я, конечно, понимаю, что ты большой, неуклюжий, но это не оправдание вообще, как бы, ни разу. Ну, с таким хп я сейчас полезу драться, да? Он файтится с боссом. Бомбочка! Это разве бомбочка? Что? Приберег главное напоследок? Мило. Мне подождать, пока ты сядешь? Только учти, мое терпение не безгранично. Сяду? Я бы его только замедлил. Эта боевая единица полностью автономна. Мне нужно только активировать ее. Тогда ты сможешь увидеть, как я превращу ее в кучу сверкающего железа. Не так сказал. Убить. Тогда ты увидишь, как я ему надеру зад. Вот как надо было сказать. Какой-то убогий дрон хочет меня ушатать. Да, конечно. Смотри, Гандагар, как это все превращается в консервную банку. Еще не поздно, Нек. Глава 7, часть 5, робот Гандахара. Вместе покончим с людьми. О, да ты крут. Слушай, нифига себе, да ты на реактиве. Атаку. Ха, промахнулся. Я без реактивов и ничего. Мимо. Смотри, как могу. Выкусил. Мимо. Блин, это что за флеш на минималке? Ну давай, подойди. Мимо. Откройся. Бах. Ты, кажется, что-то потерял. Тебе уже пришлось увидеть силу этого робота. Узнай же его скорость. Что это такое? Какие-то шарики. У меня ничего такого нет. Ну почему? Это несправедливо. О-о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 . Пойду-ка я янтарь возьму. Стреляй! А я убегаю, я щемлюсь. Здоровье такое себе. Как бы... Ну, насрать, он сейчас будет сильно бить меня. Смотри, что у него в руках. А мне даже бежать-то некуда. Момент настал. Блин, хп у меня, конечно, вообще. Ну там янтарчик еще есть, я пойду его попробую взять. Черт, не успел его ударить. У меня бы еще чуть-чуть янтарчика. Подкиньте мне кто-нибудь. Че? Смотри, кулаки у него как. Смотри на кулаки. Я смотрю на кулаки. Пук, пук, пук. Мимо. Заряжай!
Мимо. Уехал. Ты подойдешь ко мне, нет? Черт, вот эти кулаки я ненавижу. Ну давай, подлети ко мне, дружочек. Если бы не мое ХП, я бы тебе уже давно надрал зад. Вот серьезно тебе говорю. Так, 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 сейчас только кулаки у него исчезнут, и я сразу подойду к тебе. Когда они у тебя исчезнут-то? Блинский. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, 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 подожди. Ждем, 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 ждем. Ударить меня хочешь? Ох, как хорошо. Назад! Ну все, конец. Это что за фигня? Есть! Он меня поймал. И сломал. Да, мощный типок. Гоблины восстанут снова. Особенно, когда он начинает вот эти сетки пускать, и я ничего не могу сделать, никуда выбраться, это как-то... Это нечестно, я вот что хочу сказать. Да идти колотить. На тебе. Все, сказки кончились. Играем по-честному, по-серьезному. Ну почему ты не вернулся, Нек? Вот как надо уворачиваться и бить ему просто под дых. Иду, иду на него. Мимо. Думаешь, можешь меня остановить? Ты представить Черт. Не можешь. Была, силу была, этого была робота. Возможность. Ульту подсобираем. Была возможность надрать зад. Мимо. Еще разок? Вот нет, вот так вот я и не хочу. Нет, спасибо. Не надо. Не надо, не надо. Не, ну едить колотить. Ну почему ты не уворачиваешься, когда я прошу тебя это? Видимо, из-за того, что он здоровый, неуклюжий, поэтому не выходит. Не выходит, не входит. Вот ворот, вот такой вот надо сделать. И вот так вот ему. Вот как это делается. По одному разу бить, конечно, не круто. Я уничтожу тебя. Ну давай, попробуй. В этот раз у меня здоровья много. Есть, увернулся. Я иду к тебе. Ворон! Так. Вот что я сделаю. Подойдешь ко мне еще? Как же он достал прыгать так, а? Прям раздражает. Поймал, поймал, поймал. Эх, эти сетки бесят меня. Когда он уже сдохнет? О, наконец! Ну чё, кто там слабак? Спустись и скажи мне это в лицо. Кинь в него еще чем-нибудь. Что-то Нек меня расстраивает в последнее время, прям капец. Мог его сейчас ушатать, этого Гандагара, останками того робота. А, понятно. Итак, мы в деле. Конечно. Нек, пора завершить миссию. Мы разобьем их войско. Или, точнее, остатки их войска. После того, как одолеете Кандахара, встретимся в пустошах и найдем ту фреску. Пошли, Лукас, готовиться к экспедиции. Yeah. Значок Кандахара, приз получен. А мы летим над землями гоблинов. По нам стреляют. Артиллерия! Плохо дело, доктор.
Я попытаюсь удержать самолет и дотянуть вон до той скалы. Нифига себе, он мастерски сел. Красавчик. Спасибо, Шарлотта. Нек? Я могу починить мотор, но взлетать нам будет очень сложно. Собери все реликты, какие только найдешь. Мне нужно, чтобы ты вырос как можно больше. Глава 8, часть 1. К началу. На сегодня это все. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия. Она была умопомрачительной, особенно в городе это было нечто. Если ты хочешь продолжения, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Ну и, конечно же, подписаться на Яндекс.Дзен. Если ты еще туда не подписался, то ссылочки в описании. Переходи, подписывайся. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Так что до встречи.